Мне лично геи никогда не мешали. Вообще как-то их не замечал. Вот, оказывается, это угроза страшная. Тагил и заводы, на которые сделается ставка, да, вот этот Тагил рулит, они все это одобряют. Вот, как я понимаю, в этом электоральности. Вы спросите любого человека вот из Тагила, вы спросите, лично вот тебе, Иван Петрович, завода, какой-нибудь гей вообще на глаза попался в твоей жизни? Ты вообще его видел где-то? Вот это и называется неадекватная ситуация. Геи и лесбиянки точно не являются угрозой существованию Российской Федерации. Понятно.